Пятый созыв городской думы Владивостока готов передать эстафету следующему составу, который будет сформирован в сентябре после очередных выборов. Состоялось 65-е юбилейное последнее заседание муниципального парламента, который 5 лет работал на благо Владивостока. 65-е по счету заседание городского парламента, юбилейное в этом году и четвертом созыве. В отпуск никто не собирается. Депутатам предстоит сформировать общественный совет Владивостока. Старт этой процедуры они запустили сегодня. Институт новый и наделен правом законодательной инициативы. Как только будет опубликовано решение Думы, пойдет месячный срок подачи заявок от общественных организаций на включение в общественный совет. В повестке итогового заседания более 10 вопросов касаются улучшения городской среды современного Владивостока. Это задел на будущее, но и о том, что успели сделать за минувшие 5 лет, сегодня тоже вспоминали. Самое заметное – провели реформу местного самоуправления. Глава города теперь не всенародный избранник. Кандидатура будет представляться конкурсной комиссией и утверждаться Думой. Приросла и муниципальная собственность. Владивостокская крепость и набережная ДВФУ официально стали частью приморской столицы. На самом деле мы хотим передать эстафету будущему созыву, пятому Думы города Владивостока, чтобы они продолжили эти начинания, чтобы город стал еще краше, чтобы люди каждый день радовались тому, что они живут в городе Владивостоке. При решении вопросов на заседании Думы депутаты проявили солидарность и командный дух. Работать в таком же режиме и ритме действующие депутаты пожелали своим будущим коллегам пятого созыва, выборы которого пройдут во Владивостоке в сентябре. Виктория Лобецкая, Павел Филатов, «Панорама».